Рекорд Bump and Club. Вы слушаете радиошоу Base Arena. Вечера в Санкт-Петербурге. Программа Base Arena стартует здесь на Pump & Club FM. И наш сегодняшний гость — это диджей Юрбаноид. Привет! Привет, Лёва. Привет, радиослушатели. Привет, Base Arena. Интересно, что ты сегодня нам приготовил в своем таком рождественском даже миксе, я бы сказал. Я приготовил смешанный микс из треков Англии, Испании и немножко моих треков. Есть там пара новиночек. Ну, наверное, будет жестко. Новинка. И сегодня это трек от Юрбаноида здесь. Юра, что это за трек? Это мой ремикс на Каскаду. Трек называется... Забыл? В общем, мой ремикс на Каскаду. У каждого диджея в коллекции должен быть ремикс на Каскаду. Вот я добрался до этого.
представляю вашему вниманию. У каждого такого гламурного говнодиджея должен быть ремикс на Юрия Антонова, да? А у каждого пампинг-диджея ремикс на Каскад. We'll be right back.
мы, в общем, с Юрбаноидом попиваем чай, и хочется мне его спросить, как ты, Юра, праздновал все-таки Новый год? Новый год, который год подряд уже, наверное, прошел как-то так, как будто это не Новый год, а так... Ну, на самом деле, все было по-домашнему, посидели я и четыре девушки. По-домашнему? Да, по-домашнему. Один Юрбаноид, четыре девушки, я думаю, многие хотели бы так спраздновать. We'll be right back.
Бейс-арена. И хочется узнать, конечно, что же тебя потянуло все-таки на мелодичную музыку, Юра, потому что ты же известен как жестяной такой диджей. Потерялся смысл, мне кажется, в жестких треках, то есть интереснее гораздо что-то мелодичное, как-то приятнее слушать, и более танцевальная музыка, чем там выйти в клубе с жестью бам-бам и... Именно как, ну скажем так, мейнстрим. Да здравствует пампинг мейнстрим, как это звучит. Конечно, у любого музыканта, диджея, артиста хочется спросить, как ты вообще начинал? Как тебе в голову пришло заняться музыкой и заняться в том числе пампингом? Совершенно случайно я услышал у кого-то бочка бас колбасит соло на телефоне. Я подумал, что можно как бы присоединиться мне к этому миру. И начинал сам, пробовал как-то во Fruity Loops сидеть, писать. Потом обучился у барабаса и пошло-поехало. Молодец, барабас, толковых парней продвигает. Worry, I wouldn't let you down.
Это рубрика Old School в программе Bass Arena. И сегодня здесь трек от проекта, испанского проекта НКО Bad Habit. Время.
слушаете радиошоу «Бэйс Арена». Как известно, работа не самый лучший друг музыканта. Мне говорил мистер Систем, что ты, дескать, пошел работать, и все, у тебя творческий кризис, теперь музыки нет, вдохновения нет, нифига нет. Пожалуйста, от первого лица. Ну да, на самом деле была такая ситуация. То есть времени много отнимает работа. Ну, может быть, будь я менее ленивым, я бы успевал, то есть там с графиком 2 через 2, то есть там поработать, потом вечеринка. Но вот сейчас, после полугодового перерыва, я решил с новыми силами вернуться. То есть 2 дня поработал, 2 дня постучал головой по батарее.
nation should commit itself to achieving the goal of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Арена развлекает ваших соседей звуками бамбу-баса, а мы с Юрбаноидом продолжаем нашу неторопливую такую рождественскую беседу. Значит, вот я так понял, что ты много выступал и по другим городам, где также популярен пампинг. Там Москва, Череповец, да, там Новгород, наверное. Ну, каждая поездка — это что-то необычное. Каждый раз это море впечатлений, это всегда классно. Ну, Череповец, конечно, вне конкуренции, на мой взгляд. То есть твой любимый город в плане пампинга — это Череповец? Да, да, да. We'll be right back.
Диджея Юрбаноида подходит к концу, и, наверное, время попрощаться тебе с нашими слушателями. Ну, хочу еще раз поздравить всех с прошедшими праздниками. Скоро на работу заканчивается. Ура! Хватит пить, синячить. Пора пить алкозельцер и выходить на заводы. Ни одному же не работать. Бросай долбить здоровьем, будешь не обижен. Бросай долбить, вставай на лыжи. Бросай долбить здоровьем, будешь не обижен. We'll be right back.
ближе, вставай долбить. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови, имя мое сотри, уже я не твой, ты пойми. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови, имя мое сотри. Зови, ты меня не моли, ты меня не ищи, меня больше нет. Я тебя не хочу, я тебя не люблю, я к тебе не вернусь, тебя больше нет. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови, имя мое сотри, уже я не твой, ты пойми. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови, имя мое сотри, уже я не твой, ты пойми. Все было и нам не вернуть, я тебе желаю добрый путь. А мы с вами подходим к концу. Base Arena и XS Project прощаются с вами. Напоследок трек-легенда To Unlimited, No Limits. Let me say yeah.
Techno.